Уважаемые родители, рассаживаемся. Тема урока – молниеносное обесценивание. Молниеносное обесценивание мы применяем, когда видим хотя бы искру малейшего интереса у вашего ребенка к чему бы то ни было. Молниеносно раздуваются ноздри, как воротник у ящерицы, обратите внимание. Сразу идет третья позиция, глаз на выкате сверху вниз. Не теряя ноздри, это самая популярная ошибка, не теряя ноздри, произносим обесценивающую фразу. Господи, боже мой, лучше бы математикой занималась. Кем? Татуировщиком. Ну, сейчас отец с работы вернется, набьет тебе что-нибудь, перехочешь. Боже мой, займись уже чем-нибудь полезным, я тебя прошу. Вот обратите мне, затем, женщина, может, вы еще хотите, чтобы у вашего ребенка вера в себя появилась? И вот это знаменитое собственное мнение. Тьфу, позорище. И он поступит, куда захочет, а не куда вы ему сказали. И не дай боже, вообще просто страшно говорить, с пользой проведет 4 года жизни. Вы этого добиваетесь, пожалуйста. Можете тогда вообще не заниматься ноздрёй.